Злоумышленник на фуре промчался мимо сотрудника ГИБДД, проигнорировав его требование прижаться к обочине. С учетом того, что впереди был довольно крутой спуск с Алтынной горы, действия водителя, управлявшего большегрузом, могли спровоцировать серьезное дорожно-транспортное происшествие. В ходе непродолжительной погони, предпринятой полицейскими, фура была остановлена, а водитель задержан. В связи с тем, что у водителя имелись признаки алкогольного опьянения, ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Правонарушитель от участия в данной процедуре отказался. В отношении мужчины был составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях, и автомобиль задержан и перемещен на специализированную штрафную стоянку. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.